Лекарства с похожими названиями запретят в России. 17 ноября в силу вступит приказ Минздрава страны. Согласно документу, регистрацию лекарств со схожим названием, но разным составом и действием запретят, сообщают «Известия». Это правило будет распространяться как на новые препараты, так и на медикаменты, которые уже есть на рынке, но нуждаются в повторной регистрации. Эксперты говорят, что сейчас схожих по названию медикаментов так много, что в них путаются даже врачи и фармацевты. Это приводит к врачебным ошибкам иногда со смертельным исходом. Помимо прочего, приказ Минздрава пресечет практику, когда фармацевтические компании умышленно выводят на рынок аналоги известных препаратов с похожим названием. За счет путаницы они получают высокие продажи без затрат на продвижение.